Добрий вечір, це тема дня, а тема нашого ефіру – ефективність використання місцевих бюджетів. 1 березня в Миколаєві відбулась міжрегіональна конференція з питань ефективності місцевих бюджетів. Наскільки місцеві бюджети прозорі та наскільки ефективно використовуються бюджетні кошти, розповість наш сьогоднішній спікер. В студії голова громадської організації «Фонд розвитку міста Миколаєва» Михайло Золотухін. Михайло, я вас вітаю. В нашій студії добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76-92-33. На міжрегіональної конференції, яка днями відбулась в Миколаєві, побували наші кореспонденти зі служби новин Катерина Балєєва та Ігор Чорний. Я пропоную переглянути їх матеріал. Михайло, ви не заважаєте? Пожалуйста. Будь ласка, прошу. Сьогодні підбивали підсумки проекту, який реалізується у 16 громадах 4 областей України учасниками громадського партнерства за прозорі місцеві бюджети. Говорить директор проекту та громадської організації «Фонд розвитку міста Миколаєва» Михайло Золотухін. Експерт навів приклад, коли висновки аудиту призвели до значної економії коштів. Ми мали дуже забавну ситуацію, коли в Миколаєві У Миколаєві експлуатація одного гектару насаджень була в 5 разів дорожчою, ніж у Києві. Це було у 2015 році. Зараз можу сказати, що ми домоглися адекватної ціни порівняно з київською, а це 32 мільйони економії. Серед делегацій з Луганської, Донецької та Дніпропетровської областей були і представники органів місцевого самоврядування об'єднаних територіальних громад Миколаївщини. Разом напрацювали пропозиції органам влади, щоб вдосконалити та зробити місцеві бюджети результативнішими. За підсумками конференції планується підготовка резолюції. Вже очевидно те, що необхідно вдосконалити сам перелік програм, тому що не завжди, скажімо так, програми відповідають сьогоднішнім потребам міської громади. І всі питання життєдіяльності в конкретному випадку міста закриті тими чи іншими програмними напрямами. Підтримує створення резолюції заступниця начальника фінансового управління Вознесенської міськради Тетяна Лисогор. Ми зараз ознайомилися з проектом резолюції даної конференції і, як ніколи, знаєте, буває думка, яка співпадає, не співпадає, з чимось можемо погодитися, чи наразі даний проект, співпраця призвела до того, що цей документ, він висвітлює всі проблемні питання, які би нам хотілося про них зараз говорити, про них зараз відпрацьовувати, тому як наразі це, як ніколи, є актуальним. Ми зараз, саме фінансисти, стоїмо перед такими складнощами, що нормативно-правова база не дозволяє нам досконало оцінювати ефективність тих програм. Вознесенську міську територіальну громаду Михайло Золотухін називає однією з лідерів в ефективності місцевих бюджетів серед громад 4 областей України. За критеріями впровадження програми цільового методу, лідерами на південному сході України є Баштанка та місто Вознесенськ. Це об'єктивно, а не тому, що Миколаїв приймає конференцію. Дійсно тому, що протягом 2 років у нас сформувалась така група міст-лідерів. Досвідом Баштанської громади ділився міський голова Іван Рубський. Найбільше проєктів по розвитку більше 50. І є 10 стратегічних об'єктів, які війшли, вважаються найкращими і на контролі сьогодні будуть президента і уряду, в тому числі і наш басейн, який ми сьогодні сучасний будуємо, а унікальність цього басейну, що він дуже енергоефективний, малозатратний. Конференція відбувалась в рамках проєкту громадської організації «Фонду розвитку міста Миколаєва» за підтримки посольства Великої Британії в Україні. Я нагадую, ми працюємо в прямому ефірі. Це тема дня, і сьогодні ми обговорюємо ефективність використання місцевих бюджетів. Разом з головою громадської організації «Фонд розвитку міста Миколаєва» Михайлом Золотухіним. Михайло, будь ласка, чи задоволені ви роботою конференції? Дуже професійна робота. Мені було дуже приємно бачити, як в місті працюють представники департаменту фінансів і головних спорядників бюджетних коштів, і депутати, і общественники, і Держаудитслужба. На самом деле, це дуже непростий вопрос, як зробити так, щоб те, що написано в національному законодательстві, примінялось на місцевому рівні.
И знаете, как, если по рецепту, значит вкусно. А рецепт говорит о том, что у нас должно быть планирование изначально нацелено на результат, и главное это действующий поточный мониторинг и оценка. Вот, скажем так, мы работали 2 года, и вот предыдущая встреча, которая была в июле прошлого года, она закончилась также резолюцией, и мы предложили национальному законодательству принять ряд таких положений, которые были приняты в бюджетном кодексе в декабре 2018 года. И основным этим положением как раз было внедрение внутренней системы контроля или внутреннего аудита. Потому что, как известно, общественники, общественный аудит, госаудит-служба не сможет проконтролировать, чтобы органы местного самоуправления действовали именно в способ, который предбачен чинным законодательством Украины. И как раз вот бюджетный кодекс, предполагая появление этой самой системы внутреннего аудита и контроля, то есть запобегнуты порушениям бюджетного законодательства именно на стадии проектирования. Ну, в принципе, это, конечно, из вопросов, как из серии разговора, что находится под капотом у автомобиля. Конечно, всех жителей интересует, насколько их средства расходуются эффективно, но в плане, ну, скажите, как домогосподарство и домохозяина, его интересует прежде всего цена за единицу условной продукции или условной услуги. Цена питания, так? Ну, да, по большому счету, программа целевой метод и национальное законодательство как раз предоставляет такую возможность, если действовать именно в способ, как предусмотрено чинное законодательство. И как раз вот главным вызовом этого проекта было, что хотя с 1 января 2017 года программа целевой метод должен был стать практикой как объединенные громады городов областного значения, мы увидели, что только некоторые громады приблизились к тому, чтобы, можно сказать, что на 50% выполняли это законодательство. То на 2019 год я могу сказать, что все подтянулись до такого уровня, что условный тонометр именно замера вот того самого эффективности выкорыстания бюджетных коштик за условную единицу продукции или условную единицу управленческой услуги можно уже мерить. А если можно мерить, значит можно обсуждать на равных общественности, власти и бизнесу то, насколько эффективно тратятся деньги городского бюджета или бюджета объединенной территориальной громады. Что, в принципе, в Николаеве и произошло. Вы же все прекрасно знаете, что в Николаеве была довольно-таки жесткая дискуссия относительно того, каким быть бюджету 2019. Были серьезные вызовы насчет прозрачности бюджетного процесса. И неоднократно в наших эфирах мы рассказывали об этой ситуации, о том, что экспертный общественный совет, наша инициативная группа инициировала проведение первых в Украине общественных слушаний по эффективности бюджетного процесса 2017-19. И по большому счету нам даже пришлось переносить в дату слушания с 8 декабря на 26 января. Но прежде всего на слушаниях мы как раз и рассматривали эти вот самые данные по бюджетным запросам с точки зрения не общих цифр, а с точки зрения потребителя, который пришел на условный рынок. Скажем так, та наша любимая или нелюбимая тема — эксплуатация 1 гектара зеленых насаждений или квадратного метра дорог, или то, во сколько обходится закупка доступной лики на одного жителя. То есть наше слушание выявили, что у нас очень страшная, серьезная проблема именно в достоверности данных при наполнении паспортов бюджетных программ. И чтобы правильно настроить этот тонометр, нам реально в процессе проекта помогала госаудит-служба. Как правило, после нашего вывода наших общественных аудиторов в городе Николаеве, в Вознесенске, в Днепре и в Херсоне обычно приходил госаудит-служба. И только благодаря именно взаимодействию общественных, государственных аудиторов и горосполкома получилось то, что у нас получилось. Но я очень надеюсь, что дальше система контроля за прозрачностью и эффективностью бюджетного процесса это станет делом не только общественных и государственных аудиторов, а также органов местного самоуправления, как требует
новеллу бюджетного кодекса, чтобы мы планировали, знаете, как это можно, все прекрасно знают о том, как хорошо контролируется расходование средств по системам Прозора, порталов Дозора, но это одна часть. А если мы говорим о планировании результатов, то также можно достигать серьезных результатов. Михайло, ви згадали про минулий рік. До речі, минулого року ваша організація проводила дослідження ефективності бюджетних процесів в різних містах 6 областей України. Будь ласка, як виглядає Миколаїв у порівнянні з іншими містами? Ну, скажу так, Миколаїв, він в п'ятерці лідерів, я там можу так сказати. Звісно, лідером є Баштанка, Вознесенськ, Нова Каховка. Но Миколаїв за последние два года, он, с одной стороны, можно сказать, есть серьезные вопросы по прозрачности бюджетного процесса, по еще одному рейтингу Миколаїв занимает 13 место, это рейтинг проводило партнерство за прозрачные местные бюджеты, и, в принципе, моя часть с этим согласна, есть проблема с прозрачностью бюджетного процесса. Но если говорить о качестве финансового менеджмента, о том, насколько заполняется качественно бюджетная документация, насколько видно по параметрам цены качество. Вот можно сказать, что Миколаїв, он входит в число лучших городов Юго-Востока, но во всяком случае на уровне города Дніпр і немножечко стоїть Баштанки і Вознесенськ. Ну, слава Богу. А які саме недоліки ви знайшли в процесі формування та реалізації міського бюджету Миколаєва? Наскільки ці недоліки масштабні та як впливають на життя містян? До речі, ми можемо проілюструвати ваші слова і елементами інфографіки з вашої презентації. Будь ласка, я прошу показати перший слайд і Михаїл його прокоментує. Тобто, які саме недоліки? Ось з'явився перший слайд. Михаїл, будь ласка. Перший слайд говорить якраз більше о позитивній динаміці, о тому, як слышать рекомендації общественних і государственних аудиторів. І ми отримали, що от ціна за условний гектар зерневих насаджень знизилась до 84,9 тисяч гривень. І більше ми отримали економію бюджетних средств от 32 мільйона гривень на іменно експлуатацію гектарів зернових насаджень. Но іменно сьогодні о недостатках, то можна сказати, що головним визовом було недостовірне наповнення паспортів бюджетної програми, звіти про їх виконання. І це був головний вызов, что департамент ЖКХ не собирался выполнять требования законодательства и были недостоверные данные, что, в принципе, подтвердил вывод госаудитслужбы. Если вы почитаете, увидите, насколько серьезно болело финансовый менеджмент департамента ЖКХ. И по большому счету вот эти вот цифры, вот то, что вы видите вот на инфографике, по большому счету это как тонометр показывает выздоровление менеджмента зернового хозяйства в Миколаїві. Я прошу показати другий слайд, і зараз ми побачимо, що на ньому. Ось, будь ласка, середні витрати на стерилізацію однієї безпритульної тварини по департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради. Будь ласка, Михайло, ваш коментар. Такая же была проблема, в принципе, есть вызов. У нас собачий, скажем так, скандал, что у нас такое ощущение, что у нас собак не боролись с бездомными собаками, их разводили. У нас в городе было с 2017-2018 рост поголовья этих собак. И можно сказать, что с одной стороны, вроде бы цена на обращение с собачкой вроде падало, но фактически их было больше. Но опять же можно сказать, что при совместными усилиями дальше аудитслужбы, общественной аудитслужбы, мы получили, скажем так, экономию бюджетных средств на стадии планирования. Будь ласка, третій слайд, який зараз теж прокоментує наш гість Михайло Золотухін. Прошу. Ну, знаєте, як говориться, у семи нянек дитя без глаза. Питання залишаються. Догляд одного гектару газону на 2019 рік. План 1000 гривень, так? Ну, тут можна сказати, що коли одною
сферой занимается много распорядников бюджетных коштов. Вопрос, почему так много занимается и почему такие разные цены, в принципе, на однотипный тип услуги. То есть мы имеем в городе, тоже разные. Мы имеем в городе серьезную управленческую проблему, когда одним и тем же занимаются разные и по-разному, и по большому счету это есть проблема в менеджменте, в финансовом менеджменте. И, в принципе, есть куда расти, и что делать вот с таким странным разбросом, почему в разы отличается от тех же распорядника бюджетных коштов, и это тот самый резерв, чтобы где найти деньги на недостающие статьи затрат. Допустим, вот мы выявили, что у нас 18 гривен на год планировалось выделить на доступные лики. То есть на эти деньги явно ничего не было, невозможно было бы сделать. Но вот если посмотреть на паспорта бюджетной программы 2019, мы видим, что это уже цифра гораздо более прибыльная, ближе к 100 гривнам, уже так могу сказать, что на самом деле, когда услышали выводы нашего аудита, выводы общественных слушаний, экспертно-громадской рады, произошло перераспределение с одних статей на другие, и мы есть надежда, что правильное планирование приведет к эффективному использованию наших средств. И у нас є ще один слайд, останній слайд. Будь ласка, питання залишаються. Ну, Михаил, ваш коментар. Ну, аналогичный вопрос. С одной стороны, почему распорядники бюджетных коштов так по-разному занимаются координированием деревьев за такие разные деньги? То есть, по большому счету, когда есть это вопросы, я не говорю, что это неправильно, но когда бюджетный процесс превращается в дискуссию общественного вокруг бюджетного результата. То есть, эти вот самые бюджетные результаты – это тот предмет постоянного диалога в громаде и оценки эффективности выполнения паспортов бюджетных программ, и мы говорим о создании эффективной системы контроля. У нас есть уже бюджетный кодекс, есть у нас предложенный проект положения про порядок внутреннего контроля, есть у нас департамент антикоррупционный, который, к сожалению, занимается не тем, чем он должен заниматься. По большому счету, ведь я наговорил про вызовы, что у нас недостоверные данные бюджетной документации, но почему-то департамент контроля на это даже не обращает внимания. Не звертая уваги. Ну, можно сказать, что не обращает по одной простой причине, что нет у него в этом положении про департамент. Но это все поправимо, то есть нужно отладить систему внутреннего контроля. Михайло, будь ласка, крім вашої організації, які ще організації в Миколаєві стежать за ефективністю бюджету міста? Ну, прежде всего, у нас в городе создана система громадських дорадчих органів при виконавчих органах місцевої ради. Це експертна громадська рада при виконавчому комітеті Миколаївської міської ради, рада при департаменті ЖКХ, рада по туризму. І по большому счету, все эти громадские дорадчие органы – это как система консультации при формировании и реализации бюджета города Николаева. Чи можете вы вплинути на реализацию бюджета, який вже прийнятий? Знаете, это был главный вопрос скептиков, почему проводится слушание 26 января, когда после принятия бюджетного процесса, и во многом говоря, вот события последнего месяца показало, что это возможно. Вот резолюция общественных слушаний, уже на данный момент выполнены 5 основных пунктов по оздоровлению системы финансового менеджмента в городе Николаеве. Но это получилось, несмотря на то, что до слушания пришло не 100, больше 100 человек, это было зарегистрировано 65 человек, хотя в зале было 106. Но есть такая экспертная громадская рада, которая подкрепила резолюцию слушания своими рекомендациями. И есть политическая воля городского головы, есть позиция департамента финансов, который воспринял выводы и рекомендации. Если мы посмотрим на паспорта 2019 и на звиты правоканания паспортов бюджетных программ, а они есть на сайтах
органов местного самоуправления, то мы увидим, что цифры по условным параметрам цены от 20 до 70% мы увидели в пользу жителей Николаева. Ну, это, конечно, это цифры планирования бюджета. То есть, на самом деле, по факту, можно получить еще лучше и экономии, и рационально использовать за счет использования инструментов Прозора и тендерных закупок. Но прежде всего, я бы сказал, есть такая методика Кабмина оценки эффективности выполнения бюджетных программ. И эта методика, вот участниками конференции мы предложили ряд мер национальному законодательству, которое сделало так, чтобы эта методика больше отражала существующие станки. На конференции именно практики обсуждали то, как именно работает этот механизм оценки эффективности. Вот интервью с практиками из города Вознесенска, а это как раз управление финансов. И я говорю, что нужно доверять профессионалам. Я еще раз скажу огромное спасибо директору департамента Николаевского финансов Николаевского горосполкома Светлок Вере Евгеньевне, которая стала нас настоящим союзником громады и общественников для того, чтобы наладить более эффективную систему финансового менеджмента в городе Николаеве. Если говорить, конечно, об открытости, да, есть над чем работать, и думаю, что мы не повторим вот того неприятного прецедента, когда бюджет города Николаева 2019 принимался в такому закрытом режимі. Крім Вознесенської територіальної громади, яка, за вашими словами, є лідером за ефективністю виконання місцевих бюджетів, серед громад чотирьох областей України, які ще громади Миколаївської області ви можете відзначити? Звісно, не один раз вже згадали про Вознесенську громаду. Ну, Вознесенська і Баштанська об'єднана громада, ну, прежде всего, я учасник партнерства за прозорі місцевого бюджету, і недавно было награждение «Кришталь Року», и Баштанская ЭТГ получила гран-при, как самая прозрачная громада среди объединенных громад вообще Украины. Это справедливо, что они не только прозрачные, но также мы анализировали то, как они реагируют на рекомендации общественных аудиторов. Это пример, как делать надо. И по большому счету, даже госаудит-служба нам не понадобилась. Как правило, если Вознесенск после наших рекомендаций, мы видим, как в живом режиме на сайте, мы видим, как меняется, становится более понятная и доступная бюджетная документация с точки зрения понимания жителей, то, что видим на сайте. Ну, а если смотреть на другие области, конечно, приятный пример или хороший пример – это город Днепропетровск, город Днепро, прошу прощения. Там тоже пример, как общественные аудиторы с госаудиторами взаимодействовали, и мы получили именно пример улучшения финансового менеджмента. Ну и Луганская область, если в начале проекта мы имели фактически игнорирование норм национального законодательства, то сейчас, по большому счету, громады неоккупированной части Луганщины можно также измерять ефективність. Михайло, в мене залишаються ще питання, але встигну вам поставити лише одне. Будь ласка, яка користь громаді від вашого проєкту? Одне буквально слово, будь ласка. Ну, прежде всего, це економія средств за единицу управленческой услуги, і бюджет становится более орієнтованим на нужди громад і более ефективних з точки зрения горожанина. Спасибі вам, що ви були з нами цього вечора. Це була тема дня. На все добре.